Одна кура гуляла во дворе с цыплятами. У нее 9 маленьких цыплят. Вдруг откуда-то прибежала лохматая собака. Эта собака подкралась к цыплятам и схватила одного. Тут другие цыплята испугались и бросились в рассыпную. Кура тоже сначала очень сильно испугалась и побежала, но потом смотрит, какой скандал. Собака держит в зубах ее маленького цыпленка и, наверное, мечтает его съесть. Тогда кура смело подбежала к собаке. Она немножко подскочила и больно клюнула собаку в самый глаз. Собака от удивления даже рот раскрыла. И цыпленка выпустила. И тот сразу поскорее убежал. А собака посмотрела, кто ее клюнул в глаз. И, увидя куру, рассердилась и бросилась на нее. Но тут подбежал хозяин, схватил собаку за ошейник и увел ее с собой. А кура, как ни в чем не бывало, собрала всех своих цыплят, пересчитала их и снова стала прогуливаться по двору. Это была очень умная кура.